Дороги то ли узкие, то ли скользкие. Смелое предположение, что «Опель» на перекрестке занесло, вполне оправдано. Давнишняя проблема в городе – грязь на колесах большегрузов после работы на строительных площадках остается на дорогах. А тут и до аварии недалеко. Удар по касательной перебросил отечественную «Ладу» с одной полосы дороги на другую. В обоих автомобилях, кроме водителей, находились пассажиры. Сотрудники скорой оказали пострадавшим помощь на месте. К счастью, в этой аварии обошлось без жертв. Все участники ДТП живы.